Друзья, добрый день. Это интернет-магазин «Во колесо» и очередной наш выполненный заказ на шину, на этот раз Nokian Haka C2 в размере 205-75-16C. Это так называемая C-шка, легкогрузовая шина. Очень качественная, потому что на это не лишнее будет обратить внимание, потому что, как правило, для коммерческого транспорта люди стараются экономить и покупать такую легкогрузовую шину, цешку, так скажем, самую-самую дешевую. Здесь клиент решил не экономить на себе и на своем бизнесе и приобрел хорошую шину Nokian с великолепным протектором, с великолепными качествами, немножечко грязная. Мы специально шины не моем, не готовим к съемкам, снимаем прямо вот с пункта выдачи. Шина свежая, 15-й год, производство Россия. Как я уже говорил, в некоторых роликах бояться российского производства абсолютно не надо, потому что руками ничего там не делается, все делается на высокотехнологичном и высокоточном оборудовании. Поэтому вы можете сэкономить очень прилично денег, покупая шину, произведенную в России. Соответственно, не потерять ни в коем случае в качестве. Шина очень хорошая, износостойкая. В общем-то, конечно, безопасность тоже очень важна, потому что эта шина позволяет быть автомобилю еще более управляемым, хорошо держать дорогу, повороты, и так далее. Я думаю, что про шину Nokian вы наверняка все хорошо знаете, что это очень-очень-очень-очень прям хорошая шина. Сказать больше по ней нечего, кроме цены, наверное, 5650 рублей для C-шки в этом размере Nokian, это вообще цена просто заглядение. Все, ребят, про шину, наверное, все. Просьба подписываться на канал, нам это очень приятно, что вы на нас обращаете внимание. Сверху слева видите красненькая кнопочка. Также сверху справа видите ссылку на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь туда. Там мы отвечаем на ваши вопросы, выкладываем живые фотографии, то есть можно и пообщаться с нами, посмотреть, как все это дело вживую выглядит, шины, диски. Если хотите что-то приобрести, шины, любые диски, звоните, не стесняйтесь, пишите, всегда вам рады. Все, ребят, пока-пока.